В Одинцовском округе продолжает работать мобильный офис социальной газификации. Очередной приемный день состоится в четверг, 14 июля. Сотрудники офиса станут принимать посетителей на въезде в деревню Ивашково. А в среду, 27 июля, прием будет осуществляться в районе дома номер 62 в деревне Власово. Маршрут движения мобильных офисов и график приема граждан также можно узнать на официальном сайте Мособлгаза. Время работы мобильных офисов с 10 часов утра до 16:00.